Всем привет, и сегодня обзор на жидкость. Прислал мне ее магазин Папироска РФ, за что им большое спасибо. Называется она Candyland. Ссылочка ждет тебя под видосом. По описанию, это новая отечественная жидкость, специально разработанная для сладкоежек, которые ни в чем себе не хотят ограничивать. В общем, мне должно понравиться. Основное направление линейки – это различные мармеладные вкусы. В линейке их три – это Gumdrops, Jelly Cola и Gummy Bears. В ближайшее время линейку ждет расширение, вкусов будет больше. Поставляется она в оригинальных флакончиках Chubby Gorilla на 120 мл и обладает соотношением 70 VG на 30 PG, возможная крепость 0,5 и 3 мг никотина. И давайте поближе на нее посмотрим. 120-очки Chubby Gorilla. Ох, первый раз открутить их бывает непросто. Думаю, кто юзал, поймет, о чем я. На этикетке бренд, название микса, нарисованы вкусные штуки, которые я люблю жрать в супермаркетах. Ставь лайк, если тоже так делаешь. Подошел, сожрал мармеладного червяка и пошел дальше с каменным лицом. Так, состав, предупреждение, срок годности, дат производства сделано 19.12, то есть под акцизы еще не попадает. Ну и в общем-то все. Можно начинать пробовать. И первым будет Gumdrops. Это сладкий, нежный фруктовый мармелад, от которого не сможет оторваться никто и никогда. Настолько сильно он притягивает и заставляет возвращаться к его незабываемому вкусу снова и снова. Пробую. Вкусно, приятный сладкий микс, действительно чем-то напоминает мармелад. Насыщенность чуть ниже средней, хорошо сбалансирован, в общем нравится. За него Луис, но есть придирка. Хочется побольше насыщенности. А следующий Jelly Cola. Этой штукой когда-то любили удивлять друзей, но для этого требовалось очень много времени и усилий. Теперь любимые желейные конфеты со вкусом колы стали доступнее, стоит лишь открыть пузырек. С колой, честно скажу, я особо годного ничего не пробовал. Посмотрим, как тут вышло. Ну, как минимум, он превзошел мои ожидания. Намного приятнее, чем я ждал. В чем фишка? В начале кола, это я сейчас не про эту конкретную жидкость, а в общем про арому. В начале она приятная, заходит как колка, а вот послевкусием у нее большая проблема. Она отдает дешевой колы из полторашки за 10 рублей. Что сделали тут? Это послевкусие закрыто мармеладным, и париться это очень даже ничего. В общем, если сравнивать с другими миксами с колой, а этот мне нравится больше, чем все то, что я пробовал до этого. Но опять же, я бы не взял себе, нужно пробовать. Ну и последний микс в линейке – это Gummy Bears. Одно из самых любимых лакомств детства предстает перед нами в новой форме. Теперь нет нужды носить с собой целый пакет мармеладок. Достаточно будет всего лишь небольшого пузырька с жидкостью, чтобы обеспечить себе наслаждение на целый день. Блин, я очень люблю на самом деле эти мармеладные мишки. В детстве я их много жрал, да и сейчас бывает в магазине беру постоянно. Приятный мармеладный микс. Чем-то напоминает мармеладных мишек, но тут, думаю, больше работает внушение. Типа, прочитал описание, попробовал и разглядел в нотках то, что искал. В общем, все равно нравится. Приятный сладкий микс. За него тоже Лойс, но опять же, с небольшой придиркой. Хочется побольше насыщенности. По обзору на этом все. Ссылочки на Жижман оставлю в описании этого видоса. Без топов, но скажу, что большая часть линейки мне очень даже понравилась. Реально видно, что люди работали над каждым миксом. Причем немало. Ну и тренд 2K17, Chubby Gorilla. В общем, все good. Единственная придирка – это насыщенность. Хочется чуть ярче. Если что, пробовал я на Sub-Zero с нижним обдувом. Намотаны фьюзы на 0.1 Ом и из нержи. Еще раз спасибо вам за предоставленные образцы. А тебе спасибо, что досмотрел до конца. Приятного и пока. Не забывай смотреть ссылочку в описании.